полной версии роман вышел лишь спустя 33 года после смерти писателя. Сегодня он переведен на десятки языков, экранизирован. Это главный бестселлер 20 века на Западе. Роман повлиял на множество людей, вплоть до рок-музыканта Мика Джаггера и художника Ханса Гигера. Премьера специального проекта к юбилею. «Булгаков. Великий киевлянин». В субботу в 22:10. Только на Интере.